Либо диванчик обязательно, который этот... Доброе утро, Валя уже здесь... Ух ты, пчелы летают здесь рядом. Я девчонкам говорю, папа пригласил меня на чай на улицу. Вот она, смотри. Видишь? Это шмель маленький. А, это шмель? Угу. Чё царапа? Я сегодня на редкость дома с утра, потому что Влад с обеда. Не надо мой чай пить, царапа. Царапа, не трогай мой чай. Ты чё? Валя тут мечтает о том, что когда терраса будет готова, вон там вот в углу будет, как ее, кресло-качалка специально, ну, которую нам, подписчица прислала, да. Она сама делала их. Угу. Вот. И здесь еще будут обязательно такие либо креселки, либо один диванчик, чтобы ты туда лег. И с чаем вот так вот. Ну, как кошка, вот там, как вот кошка вот разлеглась и отдыхает. Валя мне уже который раз говорит, ты не забудь про крепление под это кресло. Специальные там балки сделать. Я не понимаю, кто там на поле ходит. Это кто такой большой? Это один человек там ходит или какой-то медведь, животный? Наверное. А? Медведь, наверное. Нет, я серьезно. Я не вижу отсюда. Я не вижу отсюда. Мама часто спрашивает, для чего нам второй дом. Как Тёма в одном видео сказал, лучше один раз показать, чем 10 раз объяснять. Поэтому мы вам зимой покажем, почему нам нужен тот дом и для чего нам нужен этот дом. Угу. Этот дом нам нужен вот для этого. Вот для всего этого. Для узбогоения. Я даже время не могу найти, чтобы побриться, подстричься. Да, царапа? Я поняла, там человек с той стороны идет за грибами на мое место, где я грибы собираю, лисички. Ну ладно. Короче, я до обеда буду здесь заготавливать, мне надо бруски для опалубки и для террасы. Я подготовлю несколько досок, чтобы девчонки обработали потом антисептиком и прикрутить. Я хотел вот эти вот использовать, но они подсохли, и я их, наверное, на обшивку закину, где не хватает. А вот здесь вот, нужно перекрыть досками. И я вот эти решил убрать, двухметровые, чтобы не было стыков. Вообще, то есть здесь как раз длина 6-метровая получается практически, вот, и я их сниму и закреплю сюда уже обработанные 6-метровые доски, чтобы они скрепили всю эту конструкцию легко, ну и потом дальше посмотрим. Я тут пока это говорю, я тут с родственниками из Гагаузии разговаривала, в одном же из видео мне не понравилась ерда, но это просто потому, что я до этого пробовала невкусное яблоко. Угу. Потому что люди обиделись, что мне ерга не понравилась, и я сказала, что у нас в Гагаузии и персиков, и черешни. Так вот, родственники мне написали, Валя, у нас уже здесь давно нету ни персиков, ни вишни, и прислали фотографии и видео, вставим видео, угу. Как
куст винограда сохнет, потому что у них 3 месяца, уже третий год подряд, ну вот как раз когда надо, нету дождя вообще. А, я думаю, что нам пишут, вот нам бы этот дождик, нам бы этот дождик. Да, и у нас здесь дожди почти каждый день. Если его нету утром, он вечером. Если вечером нету ночью, вчера часов в 11 мы аж испугались, такой ливень пошел. Так что Тёма вот рассказывает про террасу, мы террасу сделаем и сразу установим водосточку. Здесь, когда дождь идет, домой не попасть вообще, здесь такие ливни идут. Вообще ужас. Да. И вся вода вот так вот стекает туда, мы ее хотя бы выведем вон подальше, в огород, не знаю, куда-нибудь сток поставим. Так что у нас замечательное место, очень хорошее место, как мы 10 раз говорим, оно нам нравится. И дождь здесь, и тепло иногда бывает, и холодно, и все как надо. На контрасте. Да. Сейчас мы пьем чаёку. Да, отдыхаем немножечко, 5-10 минут, как кошка вот так вот, будем умываться. Я ага, умываюсь. Конечно, конечно, разлеглась тут, понимаешь. Где Лаки потерялся? Он вчера пришел до такой степени мокрый, что мы с девчонками думали, он нырнул в речку, он полностью мокрый был. Бобров ловил. Наверное. Бобровый кот, короче. Он, наверное, пришел, так этот рыбку лапой ловил и провалился. А она его туда утащила, под воду. Да. Ладно, вот все-таки... Не дотягиваются у меня руки в прямом переносном смысле, да, вот этих вот досочек. Что-то с ними надо сделать в ближайшее будет, время. Все будет. Ну, мы прокосили, засвали в 2 триммера. У нас кусочек буквально остался. У нас везде практически прокошено. Вот даже вот малина полностью прокошена. Вон там чуть-чуть осталось. И все красиво. Можно вот так вот сесть. Пока что получается, хотя бы вот на такой досочке. Мы обошьем дом, сделаем здесь террасу и все. Здесь уже все сделано. Вообще да. Отлично. Да, да. Только будут какие-то мелкие дела, которые мы по незнайке своей строили неправильно, такие вещи, как глиночур. Крышу хочу потом там переделать. На глиночур это потом. Да, да, да. И к ней потом этот. Ну, в общем, о планах не будем. Да. Я когда все время рассказываю про наш план, мне там пишут, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому. Он будет в истерике. От наших планов. Вот. Ладно, пьем чай. Идем работать. Садись рядышком. Ты туда сел, облокотился. Вообще красотичка. Видно, как так. Блин, достаточно тепло сегодня. Вчера вообще ливняк такой был. Я думал, прохладно будет. Нет, смотри, солнце прям. Если учесть прогноз погоды, то до конца августа будет вот такая вот жара и кое-где будет дожди. Но на выходных, если будет столько дождя, сколько обещают, нас здесь затопит. Ну что, упадешь? Неудобно все сделать. Где пуфик? Ты что делаешь, эй? Царапа. Царапа, ты что, еду нашла там, что ли? Это мои головки. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Мне даже кошке нравится, как мне ноги папа. Царапа. Что ты там нашла? Ну, смотри, зуб полностью. Голову печет. Для террасы я использую доски 2-го сорта. Здесь, наверное, края по 1,5-2 метра даже иногда бывает. Ну, это я, наверное, самую плохую взял. В основном где-то 1,5 метра обзола. И вот краешек неликвид получается. Поэтому не жалко. Тем более вот эти вот кусочки мне надо будет потом на опалубку использовать, как поперечный. То есть на коротыши разрежу и сверху опалубку ими закреплю. У меня 1-й сорт только вот такой вот остался. Да и даже из 2-го сорта можно что-нибудь интересное вытащить для обшивки дома. Но вот пока вот такие вот идеально просто подходят. Сейчас вот под размер один выпилю все. 10 штук получается надо.
У нас, как обычно, конвейер. Я пилю доски, девчонки по очереди обрабатывают. Привет. Девчонки по очереди обрабатывают антисептиком их сначала. Вот эти доски. И потом их можно уложить сверху, и ничего им не будет. Дождь, слякоть. Вот, а поверху потом, наверное, пройдемся вот этим акватексом оранжевым. Чтобы они были цветные. Правда, сырые доски, но ничего страшного. Антисептик хороший. Ничего с ними не будет. Царапа, иди проверяй работу. Ты выпила молоко и съела? Да, так быстро, наверное. Там, может, курица ее выгнала. Иди проверяй, иди нюхай, смотри, что там. Нормально все. Прокрас, не прокрас. А? Не хочешь, смотри, да? Смотри, что Соня написала на доске. Зановозано. Что? Жизнь в деревне. Валя хочет похвастаться еще смородиной нашей, которую Коля дал, да? Да, у Коли, которую брали. Я как, там... как виноград растет. Он вот так вот у меня уже рассыпался, конечно, он таким вот рос. Угу. Кустик маленький. Я такая, что это там такого уже падает? В общем, я клубнику выкидываю там, старую. И я просто от размеров. Видите, она такая вытянутая. Угу. Она не крупная. Она еще крупнее. Ну, у нас Коля первый год. Крупнее. Да, да, да. И она почему-то кисловатая. Может, не поспела. Я ее подкармливал крахмалом. Попробуй. Сладкая? Да, это просто... Тогда мы ее зеленую, скорее всего, взяли. Ну, все равно не такая, как круглая. Круглая слаще. Может, не поспела еще. Да, вот это вот тоже кисло попалось. Угу. Ну ладно, отлично. Угу. Я продолжаю там. И ты здесь продолжаешь? Да, напиливаю, девчонки красят. Это деревяшка, которую ты показала, делает. Она вообще делает хуже. Не понял, а ты что это решила избавиться от клубники, что ли? Ну да. Чем она тебе не понравилась? Не угодила? Ну, она которая старая, и уже она здесь, в этом году уже четвертый год, и она клубнику давала такую кривую, да? Косую, всякую разную, ее было мало. А я думала, она свежая, вон там вижу две штуки. Вот. Так, а, это молодая? Нет, она не в один, в одно время. Ну, еще крупная? А, та еще даже еще старше. Да крупная вроде, нормально. Ее мало, получается. Ее раз в три года же надо пересаживать, как по-моему. Как раз, я говорю, по моим наблюдениям, клубника дает свой основной урожай на второй год. То есть осенью посадил, на следующий год она будет плодоносить, а еще через год прям максимальный ее урожай будет. Поэтому вот здесь вот то, что трава, это здесь клубника. Я потихоньку это буду выкидывать, с поддонта беру, перекопаю навозом и свеженького сюда потом. Ну хорошо. Блин, вот эта вишня, конечно же, высохла практически полностью и дала поросль внизу. Сколько штук надо подрезать? Несколько. Ну, надо... У меня есть идея, я потом, если получится, покажу уже готовый результат. Но это будет не скоро. Тут еще грецкий орех у нас замерз. Были заморозки в июне. Тоже пустил поросль, несколько штук. Надо, наверное, тоже подрезать несколько, чтобы основные оставить. Прям снизу пошел. Надо будет здесь прокосить. Не хватило сил на вот эту часть. Да, ну нормально еще. Смотри, какая нет, крупная. Вот видишь? Ну. Вот в основном вот такая вот клубника, это уже она здесь пятый год сидит, вот такая вот она. Ну, и толка. Ну, вот это красивая, вот это маленькая. Ну, она, скорее всего, которая с усиков там что-то вырождается, пустила. Да. Да, так что ее надо пересаживать. Кать, держи. Откуда? С Соней поделитесь. Ну, а мама там клубнику чистит, нашли одну. Спряталась, мама. Соня, клубнику поделите, одну нашли крупную. А не, я съел маленькую.
Ну вот, напилил досок. Не столько, сколько я хотел, конечно, время быстро летит, уже обед. Вот, девчонкам оставил здесь, если будет время, они обработают. И 6-метровый уже подготовил. И брусков нарезал на тот участок. После обеда поедем туда. Не прошло и 10 секунд, мы опять очутились на нашей стройке. Сейчас включаем ускоренку и закрепляем бруски, которые я напилил сегодня. Хотели остаться сверхурочно, но здесь надвигаются такие тучки, боюсь, что будет дождь. Поэтому мы потихонечку собираемся. Влада попросил накрыть доски. Эти доски тоже мне надо будет сложить, чтобы они друг на друге не лежали. А то начинает уже появляться вот этот вот грибок, если они вот так вот в стопку сложены. И у меня буквально полчаса есть. Сейчас вот делаю разметку для канализации. То есть, получается, мне надо поставить метки, где будут... выход воды, получается, унитаз, раковина. Я по чертежу-то знаю все это. На чертежах все это отмечено, поэтому мне нужно поставить точки, где это будет, и канализация. Ну, либо она пойдет вот так, либо вот отсюда. То есть у меня два варианта. Пойдет она под углом в сторону дренажного колодца, и там вот будет отводиться в септик потом. Поэтому надо будет одну линию сначала определить, а от нее под 45 градусов пойдут уже дальше... и унитазы, и из кухни с раковины, потом санузла тоже пойдет из душевой. В общем, потом я это все покажу на чертеже. Сейчас делаю разметку на канализацию. Мур-мур. Подглядываешь? Очень. Очень подглядываешь. У нас сегодня, как и вчера, марш-бросок. Влад по делам уехал, но после обеда он вроде как свободен. Как и вчера, я подготавливаю для террасы доски с девчонками. Девчонки здесь мне помогут, обрабатывали доски. Видите, сколько мы подготовили. И сегодня я тоже хочу приблизить, как называется, завершение террасы до обеда хотя бы. Подготовить опять же доски, обработать их, и чтобы уже меньше работы было для террас. Я вообще вчера ездила на почту отправлять чай, ну, от которой люди заказывали. Естественно, на стройку туда приехала, но на чуть-чуть, потому что ливень сильный начался. Так вот, я вообще поражаюсь, с какой скоростью они там работают.
Ты, кстати, на черной зоне. Тебя не видно. Очень быстро они эту опалку делают. Такое ощущение, что как будто еще полтора дня, и у вас там все закончится. Вчера, кстати, дождь был, и мы час, наверное, мелкий дождик был. Мы до обеда поработали, потом ушли. И он через два часа прям для нас закончился. Мы после обеда поработали еще. Так что работают они со скоростью света, вообще красавчики. А я сегодня подготавливаю не только для террасы, но и арматуру нужно порезать. Мне сосед одолжил, ну не одолжил, получается у него 3-метровые хвосты. Он говорит, а забирай их, а я 6-метровые потом закажу. Поэтому я чуть позже пойду еще за арматурой. Нам нужно довязать сегодня. Я могу. То, что вы там делаете вот этот короб, доделываете. В общем, сегодня я, как и вчера, подготавливаю бруски для палубки, рейки и еще и арматуру. Плюс для террасы вот эти доски. Потом девчонки, как и вчера, обработают. И мы приближаемся к завершению чего-то. Чего только не будем вонять. Тёма там днем работает, после обеда здесь работает, а по ночам расчеты делает. Я вообще на него поражаюсь. Этот побриться успел. Тёма побриться успел. Никто не заметил, а Тёма побрился. Где он там? Да. Побрил. Вы не видите, оно есть. Понимаете? Ой, ладно, поехали. Итак, пока я дома и не поехала еще вязать арматуру, покажу теплицу. Вы спрашиваете, не показываю ее, ничего в этом году не получилось? Очень даже получилось. Приоритетное дело в этом году, конечно, стройка. Но вот посмотрите, у нас помидорки тоже растут. Прямо они... Бедный кустик. И там, и вот здесь, вот рядышком. Помидоров очень много всяких видно. О, здесь вот как раз капельный полив поливает. Вот еще здесь помидоры. Здесь есть и зеленые помидоры, и желтые, красные, черные, всякие разные. Вот если я сюда подойду, вот эти вот помидорки вообще должны быть грушевидные и желтые. Вот они. Но они пока еще не спеют, потому что у меня здесь все густо посажено. И лук мой здесь поспел, кстати говоря. Спрашивали меня по поводу томата, который называется чесночный. Вот он. На картинке все выглядело очень красиво и не так вот пупырчато, как здесь. Но на его... Хорошо, что я только два куска. Мне там вовремя люди предупредили. Говорят, Валь, на вкус они так себе и растут они так себе, поэтому много не надо. Два куста посадила только. И вот видите, здесь он зеленый, здесь уже начинает спеть, а вот здесь он уже гниет. Но, в общем, неравномерно он зреет от этого и что-то непонятное. Помидоры здесь, конечно, есть на кусте. Их достаточно много. Но той картинки, конечно, красивой нету. Они некрасиво формируются. Зато другие помидоры растут хорошими экземплярами всяких разных видов в этом году. Вот сюда вот, если повернусь, вон их много. И помидоры, и перец, и баклажан. Все растет, все очень хорошо себя здесь чувствует. Просто все ушло на второй план со стройкой. На второй, а то и третий, и на десятый. Конечно, мы с Тёмой вдвоем не планировали стройку строить. Мы там долю своего хейта получили, конечно, на эту тему. Что ты там гробишь жену? Нет, мы вначале планировали по-другому. Но получилось так, как получилось. И, естественно, я Тёме буду помогать. Огород – это огород. С домом что успеем, сколько успеем построить, столько успеем. Нам, слава богу, есть где жить. А тот дом построим. Построим. В общем, ладно, и пойду еще нарву капусты, потому что Тёма очень любит борщик. Рыбный суп у меня заканчивается, так что борщика надо сегодня сварить. А капуста в огороде уже как раз подоспела. Кто-то напал на грядки с горохом. Я. На горох. Я тут ищу Шоне горох большой. Есть, нашла? А? Нашла? Нашла. Много. Гороха в этом году мало. Он подмерз, когда-то у нас 11 июня или 10 были заморозки. Но немного все равно растет. Хорошо, что я 3 дня ждала. Да, Катя выждала 3 дня, чтобы он был побольше размерами. Ну, молодец. Это, чтобы его больше было. А, больше, понятно. Я
где она усохнет. Таким толстым. Так, какая же капуста сегодня пойдет у нас на борщик? Может, вот это? Гусята у нас, конечно, немного обладали, но мне кажется, самое то. Ну все, забираем. В общем, чищу капусту от плохих листьев, чтобы кроликам отдать. И вот смотрите, то, что у нас влаги много, листики все я открываю, а здесь внутри вот слизни, внутри капусты. Слизни, мелкие червячки, улитки, да. Влага это, конечно, хорошо, но когда ее перебор, тоже неплохо. Мне тоже плохо. И здесь вот уже как будто бы начинает вот эта вот часть гнить. Валя, я к соседу пошел. К соседу? Ладно, иди. В общем, раздаю кроликам. Пошли мы с Катей за арматуры к соседу быстренько. Взяли арматуру 3-метровую у соседа. Он сказал, что мне лучше работает с 6-метровым, потом закажет себе. В общем, такая ситуация. С бригадой вроде как они согласовали работы. У него тоже там стройка из газобетона, перестройки. Но бригада в последний момент загнула такую цену, что он говорит, не, ребят, я лучше один сделаю. То есть какая-то там, ну, баснословная сумма. Вот так вот бывает. Поэтому делать будет один. Я вот забрал 3-метровые хвосты арматуры и пойду их пилить. Подбить надо. Угу. Все? Нет, так, все. Ох, как отдыхает. Ага. Папа уходит. Да я знаю сейчас. Зачем? Так. Чтобы не расщеплял доску. Как это? Ну, он острый может расщепить доску на две части. Нет, а вот так вот. По гвоздю? Вот так вот. Так я не так делал, я вот так делал. А зачем? Затупил острие. Зачем? Чтобы не расщепил гвоздь доску. Аист электрик к нам прилетел. Аккуратно. Ага. И посмотрите, сколько ласточек вокруг него. Чего? Ласточки его гонят отсюда. Ну, их гнезда здесь. Они, наверное, думают, зачем нам такой большой хищник здесь. А это не хищник, он просто стоит. Просто стоит, он лягушек ест. Ласточки, вы что, жадины, что ли? Ему без разницы, кто там нападает. Какие-то малявки летают. Ну да, он так на них смотрит. Эй, вы что, кто? Мелкие мухи? Истребители. Мухи. Ух, какие-то. Смотри, как он голову поворачивает на них. Он громадина такая, сверху вниз так сюда наблюдает. Да? Может, он у нас здесь тоже гнездо сделает. Он станет, а они мелкие истребители, да? Или дроны. Наверное. Аккуратно. Он такой, они хоровод вокруг него водят, а он смотрит на них. Я что, ёлка, что ли? В лесу родился аист на этом, на столбе. Ага. Это что за жук такой? Это не такой жук ест дерево? Да, там все дерево едят. Все дерево едят? Эй, жук, ты нам здесь не нужен. Даже я иногда дерево ем. Ты, Артём Андреевич, ты чего это? Thank you.
облажаем нашу стройку. Ставим вот такие вот короба для канализации. И причем вот одну мы поставили, это сразу крайняя будет. В принципе, проблем нет. А вот вторая должна не в этом месте стоять, так что придется подпиливать арматуру, как и в той стороне. А здесь у нас линия канализации прям приходит на вот эти вот вертикальные десятки, клюшки. И не знаю, что с ними делать. Придется, наверное, их тоже как-то подпиливать, потому что короб прям вот здесь вот должен стоять. Ладно, что-нибудь придумаем. Если там не критично, и вот здесь вот, то с этой надо что-то думать. А дождь все никак не уймется, а? Всю камеру он забрызгал. Но она не сдается, мы тоже вяжем арматуру. У нас последние кусочки остаются, и дождь все никак не прекращается. Дождь работает. Может быть, у дождя такая работа? Но у нас другая работа. Мы вяжем арматуру, у нас практически все готово. Мы работаем, и дождь работает. Вырастим большие и сильные. Нас поливает прям. Ну, благо мы сухие, хорошо вот взял с собой дождевики на всякий случай. Вот пригодились. Крутим, еще чуть-чуть осталось здесь. Хорошо вот, когда стоишь на месте, только немножко вот ноги мокрые, а так все сухо. Люди тоже вот, тоже в дождевичках. За хлебом, наверное, поехали. Ладно, продолжаем. Да, ты в сухо, когда это, да, смотришь, телевизор включил и смотришь, когда там кто-то работает, мокро все. А ты сидишь такой Дольче Габбана. Ну, бывает и наоборот. Все, едем домой. А так хорошо начиналось все. Утро, солнце. И днем тоже. Сейчас прям хороший дождик.